Глубинного государства в России нет, оно все на виду, зато есть глубинный народ. Прочел я однажды в Фейсбуке, что где-то среди наших широт живет неизвестный науке особый глубинный народ. И люди глубинные эти во всем государству верны, о чем сообщал в интернете высокий чиновник страны. Еще рассуждал он пространно, взирая на мир с вышины, что прочие разные страны опоры такой лишены. Дают размышлениям пищу потоки подобных идей, покуда чиновники ищут каких-то глубинных людей. Реальный народ, что с вершины, они разглядеть не смогли. Тем временем на два аршина ложится в глубины земли.